Доброе утро, в эфире новости. Меня зовут Антон Скаля. О самом важном к столь раннему часу в ближайшие 5 минут. Больше 37 миллионов рублей поступило дополнительно в Алтайский край на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Квартиры получат 28 ветеранов, в том числе участник войны. В этом году новое жилье на сумму больше 88 миллионов рублей получили 71 ветеран Великой Отечественной войны. Общая площадь предоставленных жилых помещений 2780 квадратных метров. Всего в Алтайском крае в соответствии с указом меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны за счет средств федерального бюджета предоставлены квартиры более 8 тысячам ветеранов войны. IT-патриотизм. Впервые в крае прошел историко-патриотический хакатон. Среди участников 30 команд со всего Сибирского федерального округа. Такой хакатон организовали студенты и молодые преподаватели исторического факультета Алтайского педуниверситета при грантовой поддержке Росмолодежи. Как соединить традиции с инновациями, участникам подсказывали эксперты в области IT, поисковики и экономисты. За 48 часов команды подобрали для своей идеи или уже готового контента IT-оболочку и создали прототип. Итогом работы форума стала защита проектов и презентация прототипов. 3 лучших проекта в каждом направлении. Это школьники, студенты, молодые преподаватели получили дипломы и призы. Остап Бендер, Наташа Ростова и Мэри Поппинс. Необычные куклы создает Татьяна Мажерина из Бобровки. Они уже покорили публику Германии и США. А еще в кукол влюбилась и наш корреспондент Анастасия Борисова. Наташа Ростова и Андрей Болконский, Остап Бендер и даже «Голубая дама» – героиня знаменитой легенды алтайского писателя Марка Юдалевича. Вся эта коллекция культовых героев разных столетий принадлежит Татьяне Мажериной. Учитель на пенсии 7 лет создает пластиковые шедевры для выставок и продаж. К некоторым привязалась настолько, что не отдаст никому, ни в одну коллекцию мира, ни за какие деньги. Не расстанусь с этими куклами никогда, вот с этой девочкой, потому что... Она мне очень нравится, потому что напоминает горный Алтай, который я очень люблю. А это уже натуральная шерсть, козы. Я выписываю это из Махачкалы. Очень хорошая натуральная шерсть. Они волосы как живых, тем более можно расчесывать, заплетать косички. Таких одушевленных человечков Татьяна сделала больше 200. Ее куклы были на выставках в Германии и США. Они до сих пор хранятся там в частных коллекциях. Чтобы создать одну такую куклу, у Татьяны уходят недели. К примеру, вот эта интерьерная композиция «Сирин и Алконос» по картине Васнецова создавалась больше месяца. Здесь важна филигранная точность. А дело это нехитрое. Изготовить проволочный каркас, запечь в пластик в духовке, закрепить лепные детали и обтянуть синтепоном. В ход идут все инструменты. Кисти для макияжа, стоматологические щипцы, маникюрные ножницы и даже силиконовые ручки от зубных щеток. Дальше самое интересное – подбор ткани. Именно она помогает добавить кукле характер. А вот найти ткани нужные – это очень сложно. Во-первых, они должны быть очень такие подвижные, они должны... Вот какой-то испанской танцовщице должны передать движение, во-первых. А вот я очень долго, должен быть именно тот цвет, который я хочу. Та факт того, который хочу. Вот эта девочка, например, сидит в своем платье горошками. Ну вот я нашла именно такой. И так, чтобы по размеру соответствовали эти горохи. Вот. Или, например, вот этот цвет для Турандот, моей любимой. Я так долго искала этот оттенок красного цвета, с испанкой было проще. Сейчас Татьяна вдохновлена эпохой 19 столетия. В планах создать минуэт танцующей пары в роскошных нарядах. Параллельно работать над рождественской коллекцией. Анастасия Борисова, Алексей Шаульский. Новости. На этом у меня все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте katun24.ru.